Почему сегодня? Наша пачка разорвется, поэтому смотрите аккуратно. На красный проезжаем только если вот прям это 100% безопасно, не надо прям под машины кидаться. Я просто не знаю. Ёбаный стендап. А? Успеем. Чё на чаще не был? У меня кошка. А? Ну чё, ну гойда, блядь, все стоят. Блин. Чё, встали? О, господи. Я не понял, мы сегодня ехать будем, нет? Есть, будем. Окей. Нет, я гостей не знаю. Это будет не НБ. Это какой-то скажу тебе, это чемпион НБ. Мы должны его обогнать. Я не буду ничего объезжать справа. Не бывает слишком узко, бывает просто недостаточно напористые мужчины. Твою. А? И таким образом я от всех отстал и могу теперь снова всех догнать. По второму разу. И вот таким образом тарантас выматывается, как черт за заезд. Ладно, ладно. Здесь даже сам Хуснедин не смел проезжать. Не смел? Не смел, он здесь тормозил всегда. Он проезжал вон там. Блин, он с каждым заездом все стильнее и стильнее. Где Игорь? Игорь! Игорь! Пешки, аккуратно. Да ёбаный мусор. Россия! Так, ну и кто первый поедет? Гойда! Тихо ты, блин. Дороги узкие, на велосипеде не покататься. Две полосы, твою мать. Да.
А, твою мать, надо было выбирать встречку. А встречки безопаснее всегда. Встречка это быстро и удобно. Что упало? Все прощу! Игорь! Игорь! Куда он поехал-то? Чего так много? Ай, ну давайте удивите меня. Да ладно, мне нормально. Опасное вождение еще нет. Хорош, не, ну слушай, ты прям выбрал, да, место?